Ребята, всем привет! Вы на канале Папа Фан 2. Так, и сегодня гоночка очередная в MMX Hill Dash. В MMX Hill Climb, как называлось раньше. Ладно, поехали. Я все-таки хочу попробовать пройти эту трассу. Доехать до финиша. Вот этот вот рывок-марафон на гонщике SX1, по-моему, да? Золотой гонщик SX1, да? Так, ладно, поехали, приступим. Против меня Олег. Олежа, я тебя сейчас обгоню. Если ты не знаешь, то знай, я тебя сейчас точно обгоню. Так, ну как всегда у нас лидер гонок везде Лёшка Хач. Да. Ай-яй-яй-яй-яй, нет, такими темпами у нас ничего не получится, ребята. Да, так, не получилось. Ну ладно, перезапускать ничего не будем. Ай-яй-яй-яй-яй, возможно и догоним еще. Хотя вряд ли уже догоним мы его. Так, ладно, финтик. Ага. Да что ты будешь делать? Все пересчитал, ребят, представляете? Не, ну слишком медленно. Слишком медленно. Так дело не пойдет. Ну хотя бы до финиша доехать, посмотреть, что у нас там вообще есть-то в итоге-то. Какие препятствия нас впереди ждут. Вот здесь опасно. О чем я и говорил. Взорвался в итоге. Да что ты будешь делать, а? Ребята, что с дела-то? Сейчас, секундочку. Так, все, я готов. Я настроен на победу. Я настроен, сказал, на победу, Лёшка. Какой Лёшка-то Олежа у нас? Олежа, у тебя ничего не выйдет. Спорим, у тебя ничего не получится. На этот раз Папа Фан сделает все грамотно. Опа, даже отпустит газ и даже ни разу не будет нажимать на него. Нет, все-таки пришлось нажать. И все, я отпустил газ, я ничего не трогаю. Нет, я ничего не трогаю, но Олежа все-таки меня обогнал. Нет, вот это, конечно, было совсем ни к чему. Так, доеду я вообще до финиша или нет? Это что с дела-то вообще творятся-то? Ну да. Я вижу, что ты медленно едешь, поэтому я начну снова. Так, Олежа, 2:33, 2 минуты 33 секунды ехал. Очуметь, это чё, вообще такая длинная трасса? Ну, в принципе, она как бы раньше была самой последней трассой. До выхода с этой трассы Вулкан и появления новых тачек Зверя и что там еще? И что там еще-то у нас было? Опа! Олежа, привет тебе, приветушки, Олежушки. А! Ребята, что-то я опять боюсь. Нет, только не взорвись. Есть! Ай, зачем я затормозил? Ух, ты ж меня же обогнал уже. Ах, ты ж, Олежа, как ты это сделал? Я ж так замечательно ехал. Все, отпускаю газ. Отпускаю, не трогаю. Хотя... Опа, давай. Немножечко подрегулируем. Есть. Топливо взял. Ага. Немножечко я тебе помогу только. Немножечко подкорректирую, так сказать. Где финиш уже? Дайте на финиш. Я не трогаю машинку, ребят, она сама едет, как ей вздумается. Нет, да что ты будешь делать? Да почему это происходит все время? Почему ты взрываешься, как тупица прям?
Меня это бесит, ребят. Я ж так хорошо, красиво летел. Просто ехал, как зверюга настоящая. И в итоге все равно взорвался. Ну, как это понимать вообще? Так здорово ехал. Так, все, газулечку отпускаю. Опа. Ага, естественно. А как же без этого-то? И Олежа меня уже обогнал. Ай-яй-яй-яй-яй. Улетел. Улетел, уехал. Уехал, Олежа. Зачем ты так делал-то, а? Так, вот здесь, я не знаю. Возможно, неправильно упаду. Да нет, вроде все нормально пока. Я тебя вижу, ух ты. Так, ладно, выжил. Вроде бы даже вот пытаюсь Олега догнать. Все, отпускаю газ. Опа, я ничего не трогаю. Я ничего не трогаю. Немножечко газку поддам, конечно. Ать, периодически буду подгазовывать. Эх, ты ж... Нет! Только не финты. Так, здесь лучше газ вообще не трогать, ребята. Не трогать, не трогать, ничего не трогать. Здесь тоже. Ай, здесь уже можно немножечко подгазовать. Да что ж ты делаешь-то? Трубы, ненавижу трубы. Так, вот здесь нужно как-то аккуратненько. Бам! Есть. Олежа сейчас пролетит, смотрите. Он 100% пролетит. А я попробую все-таки... аккуратненько проехать здесь. Хотя все, нет, надо сжать на газульку. На газ, на газ, на газ. Давай, 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 давай. Ай! Что здесь? Что здесь происходит? Понятия не имею, но мне нужно где-то взять топливо. Их ты! А он пролетел. Фу, ребята, никак не получается проехать. Там осталось буквально 400 метров где-то, 450, бог с ним, 452. Так, 452 метра всего лишь остается, но никак не получается и все, а? Я уже, наверное, третий выпуск пытаюсь как-то это все исправить, но не получается, все это безуспешно, ребята. Не вариант просто, не вариант. Даже ни разу до финиша не доехал. Так, вроде бы здесь нормально проехал, смотрите-ка. Так, здорово, здорово, здорово. Нет, перелет это очень плохо, ребята. Я сейчас приземлюсь очень жестко. Хотя нет, смотрите. Ай, зря тормоз нажал. И Лёшка меня уже обогнал. Нет, нет, Лёшка, какой Лёшка? Это вообще не Лёшка, это Олежа. Олежа, хватит меня обгонять. Сколько можно, а? Олежа, стой! Стой! Что такое? Что такое? Что происходит? Я ничего не вижу. Ой-ой-ой, бугры, мелкие неровности начались, ребята. Я ничего не трогаю. Ой, лучше бы вообще ничего не трогал. Трубы. Ой, я просто мастер полетов, ребята. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Что там? Что? Ух ты, какое жесткое приземление. Только не в яму. Только не в яму. Не в яму, не в яму, не в яму. Так. Заехал, заехал, заехал. Я смог это сделать. Но Лёшка, чувствую, меня сейчас обгонит. Так, ребята, нужен разгон. Разгон. Здесь у нас дальше что-то серьезное пойдет.
Опа, кажется, я перелетел этот злосчастный участок. Но где же взять нам заправку? Где заправка? Где-то она здесь была. Ну, ага, вот она, отлично, где-то финиш. Ать, финиш, не может быть, 2.17, очуметь, третье место. Ой, как же это тяжело-то все, а? В итоге, конечно, Олега-то побил рекордик, но... Ну, третье место всего. Ладно, ребята, это все. Всем удачи. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Пока-пока.